Аларский датсан – исторический буддийский храм, расположенный на территории Иркутской области в селе Аларь. Он был основан в 1814 году, раньше многих известных бурятских датсанов в Забайкалье. Однако в 1930-е годы он был разрушен большевистской антирелигиозной кампанией, и только спустя более полувека началось его возрождение. Средства собираются на строительство Сакчен-Дугана в том виде, в каком он был до революции. И после революции короткий период, до 30-х годов. Это было очень красивое здание, синтез буддийской и европейской архитектуры. Такое это было уникальное такое здание, трехъярусное, окруженное колоннадой. Аларцы, нукутцы, бохонцы, осинцы, баиндаевцы, хирицы, ольхонцы, качукцы. Общее благородное дело объединило западных бурят. Жертвовали кто сколько может. По своему убеждению, сколько, хотя я пенсионерка, сколько смогла, столько и внесла, 1200 рублей. Это совсем немного, конечно. При возможности можно было бы и побольше дать, конечно. Но я уже это благое дело. А чтобы буинте был в сетере. У нас бабушка солятые оттуда. Пришли держать. Тети все позвонили нам. Сказали, я там в Алге живу. Но надо. По задумке организаторов реконструкции датсана, каждый, кто вложил сегодня средства в его строительство, будет навсегда запечатлен в истории возрождения древнейшего храма. Когда вот деньги вкладывать будут люди, значит, они будут заноситься, значит, будет специальная доска, где будет фамилия, имя, отчество, откуда вы родом и сколько внес для строительства этого датсана. Вот у нас такая есть мысль, чтобы люди знали, как сказать своих героев, тех, кто помогает возрождению духовной культуры. Вечер прошел более чем плодотворно. Было собрано 877 тысяч рублей, а также пожертвовано 23 овцы и даже корова. Аламы, в свою очередь, помолились за тех, кто внес свою лепту в восстановление святыни. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, «Первая альтернативная».